смотрела. Народ шел мимо. Редко кто вдруг подходил к прилавку. Купить брошюрку, календарь, заколку, нить, булавку. И равнодушный взгляд скользил по мелочевке. А счастье так просилось в дом, так робко и не смело, маляще поднимала взгляд. Едва едва обещала, но кто-то мимо проходил, и счастье замирало. Темнело, я брела домой, в карманах грея руки, торговец убирал товар, чуть напивался с кути. Я бы прошла, но вдруг задел молящий, печальный, беспомощный, несчастный взгляд, как будто вздох прощальный. Я подошла, а за стеклом пластмассовой витрины комочек маленький дрожал от горе обиды. Комок устал, хотел в тепло, замерз на зимней стуже. Но, к сожалению, комок был никому не нужен. И сколько стоит? Голос мой дрожал от напряжения. Что это? Это? Да бери, оно одним ученьем. Я бережно взяла комок, к груди его прижала, забуду складочки пальто, домой почти бежала.